Большая перемена. Единственный столик, который имеет название команда Альбины Киндяковой под названием «Большая перемена», он же столик номер 11. Крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Жила на свете блондинка, на срединке в доме шестом. Была хороша, как картинка, и нежная очень при том. А где-то улица, где-то дом, где-то барышня, что я влюблен. Вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблен. Таких прихорошеньких ручек не видел на свете никто. Ходил к ней курявый поручик в нарядном и светлом пальто. Матушка родная, как же мне быть? Мне эту барышню не разлюбить. Сердце огнем разгорается страсть, барышню, видно, придется украсть. Но скоро их счастье пропало на самый ужасный момент. Поручику стряпка сказала, что стал к ней ходить Анжелет. Крутится, крутится, крутится шар, душу кидает то в холод, то в жар. Хочет он, хочет он, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Поручик на скейтинге Риге увидел красотку в окне. Он к ней подошел и блондинке хватил кулаком по спине. Крутятся улицы, церковь, дома, кругом крутится моя голова. Крутятся лавки, трактиры, базар, крутится вихрем весенний угар. Всегда так на свете бывает, окончился ихний роман. Мужчины о страсти пылают, а женское счастье обман. Крутится шар, как безумный летит, девушек в юношей вальсе кружит. Крутится, вертится, как заводной, что же это, где же это, боже ж ты мой. Крутится, вертится, как заводной, что же это, где же это, боже ж ты мой.